Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации каток зубчато-кольчатый в таком отличном состоянии. На текущий момент не требует никаких вложений. Так, друзья, год выпуска. Так, каток зубчато-кольчатый КЗК-6. Соответственно, ширина захвата 6 метров. Год выпуска 2010 год. Так, сейчас проведем с вами более детальный визуальный осмотр. Начнем с дышла. Как вы видите, без деформаций, без повреждений, без каких-либо дополнительных сварочных работ. Дышло в отличном состоянии. Так, по гидравлике. Гидравлический цилиндр сухой. Не видно никаких масляных потеков. Все в идеале. Так, рама. Также, друзья, без повреждений, без деформаций. Сварочные работы дополнительно не проводились. Так, шланги все целые, в хорошем состоянии. Так, катки. На видео и фото все прекрасно, отчетливо видно. Катушка 360-я. Так, друзья, колеса. Колеса в идеальном состоянии. Колеса новые. Так, вот с этой стороны, по-моему, резина новая, а вот с той, по-моему, с небольшим совсем износом. Так. Каток в отличном состоянии. Повторюсь. Кстати, наличие есть еще у нас. Еще один вариант. Кому будет интересно, можете приехать, выбрать из двух. Эти 380-е катушки, здесь 420-е. Так, друзья, кто заинтересован в приобретении, звоните, пишите, обращайтесь, задавайте свои вопросы. Будем рады на них ответить. Кому будет недостаточно фото и видеоматериала, договоримся с вами о встрече. На более детальный осмотр приедете, посмотрите все своими глазами, увидите и примите решение уже на месте. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.